Законодательное собрание попало под струю. Сводный отряд дезинфекторов обработал помещение регионального парламента и избирательной комиссии общей площадью 9,5 тысяч квадратных метров. В дезинфекции принимали участие сотрудники Ульяновска, Ульяновского, Терентьевского, Сенгелеевского и Цельнинского районов. Уровень, предлагаемый в регионе зарплаты медикам, вырос. Еще в начале лета эта сумма была в среднем ниже московских предложений примерно на 20 тысяч рублей, а к августу выросла на 20% и составила почти 43 тысячи. Средние зарплаты медспециалистов по России в июле 2020-го держались в районе 44. О банкротстве в МФЦ. Заявить о банкротстве можно будет в режиме единого окна с 1 сентября этого года. Заявление примут в центрах «Мои документы» во всех муниципальных образованиях региона. Услугой могут воспользоваться граждане с долгами от 50 до 500 тысяч рублей. В случае принятия положительного решения о внесудебном банкротстве гражданина по упрощенной схеме специалисты МФЦ разместят информацию о нем в едином федеральном реестре сведений о банкротстве в течение 4 рабочих дней. После этого начнется процедура внесудебного банкротства, которая продлится полгода.